Да ну нафиг. Так, активирую способность. Хорош! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Туалет Вар. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Ну что же, друзья, мы продолжаем, как видишь. Ля, сколько у нас денежек. И сегодня мы с тобой наконец-то поиграем за камеру Вумен. Ну, уровень, я думаю, поднимем, если что, там денежка чуть-чуть есть, поэтому посмотрим, сколько спикер Вумен стоит. Но вообще, по идее, мы можем прямо сейчас это сделать, то есть тут вот, как бы, не беда. Да, для нас это не беда. Также ссылочка, ребята, на игрушку, если что, будет в описании, обязательно переходите, смотрите. Все, понимаю. Я не понимаю только одного, кто уже смог открыть спикера Титана, ТВ Титана. Я не знаю, ребят. Это очень жестко, серьезно. Блин. А звуковая волна, которая отталкивает туалеты и наносит урон. Ну, естественно, мы покупаем камера Вумен. Все, хорош. 2 ляма у нас, в принципе, есть. Чуть-чуть давай в атаку все-таки. Я как-то люблю все-таки в атаку прокачивать. Да-да-да, давай. Все, ребята, вам приятного просмотра, аппетита. Блин. Надеюсь, мы до спикера Титана хотя бы доберемся, реально. Так, все, отлично, погнали. Так, у нас тут калашик, между прочим, есть. И быстрее бежим на точечку, ребята. Все, вперед. Самое главное, конечно, проверить ярость. У нее есть ярость. Так. Чего, блин, у нее бесконечные были патроны? И она, я так понимаю, быстро начинает стрелять. И, скорее всего, даже дамаг у нее увеличивается. Короче, ребят, также совет такой новичкам, ребятки. Ребят, лучше поднакопите реально на пулемет. Вот что я вам скажу. То есть, ну, калашик, да, возьмите обязательно, а уже с калашиком... Ух, ля-ля-ля-ля-ля-ля, тихо. Быстрей. Так, слава богу, хп у ней нормально, более-менее. Там еще паразитер. Хорош. Давай, перезаряжайся. Офигеть, она... Она еще восстанавливает хп. А, не-не-не, у нее замораживаются, смотри. Слушай, это супер. Нам бы, конечно, отойти, ребята. Жесть. Тут придется нам немножечко остановиться, ребят. Видишь, как она медленно стреляет. Так как бы обхитрить-то туалеты? Быстрее, ребята, что-то у нас потная катка, да, если честно, творится. Так, ну ничего, мы сейчас подрубим. Подрубил. Ну реально, способность, кстати, могла бы нам очень хорошо помочь. Если бы я вовремя нажал, там вообще просто миллисекунда, и нас бунк сзади. Ну это забавно, конечно, получилось. Ля, что тут происходит? Что тут нафиг происходит? Машина, ты шо? Так, все, ребята, быстрее побежали. Вот жалко... Я на эмуляторе играю, конечно. Жалко, тут shift нельзя. Ну-ка, давай быстрее. Так, МК, отлично. Может, пулеметик наконец-то будет? Вот зря... Ох, да. Найс, блин, пройти нельзя. Ребята, ничего. Все, берем. И давай через парковочку, ребята. Если можно туда пройти, конечно, потому что, похоже, нельзя, боже мой, они окружают нас. Быстрее уходим. Не, ну тут, конечно, другой базар, понимаешь, тут другой базар, ребята, все найс. Ля, девяточка, реально. Так, хорош, ребята, все найс. Быстро, побежали. Все, отлично, ребята, найс. Все, быстрее, убегаем. Короче, именно фармить, ну, тяжеловато, я знаю, ребята, но промокоды выручают. Обновление вышло, оказывается, раз в 12 часов можно 4 промокода, вот. А я еще тогда удивлялся, притом в телеге, если что, у них как раз, ребята... Просто публикуются там, я не знаю именно с какой периодичностью, но, в общем, промокоды различные там публикуются. И это хорошо помогает, в принципе. Давай, дружище, ну что ты? Давай, пора стрелять, я думаю.
Пыньк-пыньк. Все, найс. Блин, нам до босса надо добраться, ребят, по любасу. Не, ну тут их, знаешь, как-то маловато, маловато. Интересно, в будущем по любасу, знаешь, возможно, еще другие карты какие-нибудь будут. Я не знаю. Что-нибудь разработчики по-любому придумают. Так, все, практически добрались, ребят. Let's go, let's go, let's go, let's go. И вот сейчас ярость мы будем применять именно на боссе. Сейчас поглядим, как это будет работать. Такс, такс, такс. В принципе, как я понимаю, не так еще много серий будет, если что, ребят, по этой игрушке. Но, блин, контентика немножко завозим. То есть, ну, наверное, еще серии 3 точно будет. Хотя, блин, пока еще я там открою, на самом деле. Я, конечно, ТВ Титана очень хочу, ребята, но... Когда мы до него доберемся, ёкарный бабай. Так, хорош, 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 хорош. Все, вижу, 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 вижу. Что там у нас? Ну, не похоже на Джимен, хотя высокий, но этот. Сейчас, ребят, будем быстренько применять эту способность. Не, ну она имбовая, имбовая. Так, ну что? На расстояние подходим. Врубаем. Вообще найс, прикольно. Еще бы, знаешь, она быстро бегала бы. Цены не было бы, реально. Просто не было бы ей цены. Так, найс, ребята, хорош. Ну, потихоньку, помаленьку, ребята, мы прорываемся. Конечно, тут можно, да, ребят, чуть-чуть рекламку-то поглядывать, чтобы как-то это все-таки... Ну, там, блин, понимаешь? Тоже время, 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 время. Так. Так, другой. Туалетик. Все, навелись. Отлично, найс. Хорош! С калаша-то. Так-то пулемет. Тут полюбасу надо брать, ребята. Тут и... только увидели, сразу берем. Это потому что имба. Жесткая. Так, тихо, полицейский, погоди. Блин, конечно, интересно, чем все закончится. Но я вообще сейчас просто немножечко про скибиди туалеты вам говорю. Оригинальные от Дафака Бума. Блин, это прям интересно, ребят. Что же там будет? Ну, вроде он говорил, типа, до 100-й серии. Но удивительно то, что 67-ю серию, я уж думал, там и 5-я часть будет. То есть он разделил так. Так, тихо, дружище, погоди. Притормози, родной. Так, патронов, в принципе, хватает, найс. Немножечко тоже фармим так кредиты, пока добираемся, ребята. Так, найс. Найс. Отлично. Не, ну патрошек нам 100% хватит. Офигеть, она как и снайперка, между прочим. Кстати, многие говорят, ребята, ни в коем случае не берите снайперскую винтовку и дробовик. Ох ты, говнюк, как подкрался, а? У меня аж мурашка, ребята, появилась, ёкерный бабай, а? Казалось бы, как они могут подкрасться? Реально, как, ребята? Это вам не ассасины, они постоянно орут. Они не тихие, хотя вот не зря там зашивали рот. Одному скибиди туалету. Такс. Все, доходим, ребята. По факту можно, знаешь, пофармить чисто в угол какой-нибудь... зайти, потому что тут, видишь, автонаводка, все дела. Так, это мы знаем, конечно. Че, не стреляем? Все, хорош. Ладно, конечно, но... Так, активируем способность. Идеально, слушай, это прям идеально. Мне прям прикалывает эта способность. Так, хорош, еще один ТВ-мен спасен. Ооо, найс. Вот это хорошо, вот это уже пошло, ребята. Но проблема, видишь, надо, конечно, целый день играть. То есть фармить. Так, окей. Хотя бы пистолетик. Ну, это такое себе, конечно, ребята. Вот, отлично. Найс, вообще отлично. Все хорош.
Ну, пока прокачиваться, можно забить. Можно забить, ребята. И на урон, и на хп, в принципе, пока что. Это что, выносим. Там дальше, конечно. Это вы помните, ребята, я чисто Вантус Мэна брал? И я просто офигел. Я просто реально офигел от этого, потому что очень хардкорно. У него не такие статистики. Способность, конечно, прикольная, но это не Вантус Мэн 2.0. Так, хорош, ребятки. Все, отлично, найс. Продвигаемся, продвигаемся. Блин, я хочу какого-нибудь босса, понимаешь, новенького. Ну, мы, по-моему, конечно, всех видели. Но тут иногда чисто повторяются и повторяются и повторяются. Такс. Найс, ребята, все отлично. Идем, 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 быстренько, 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 быстренько. Что там у нас? Блин, далековато, далековато, конечно. Хорошо, что можно отделять. Это вообще имба. Нам хватит патрошек. Чуть-чуть пострелять, а хоть... Так, отлично. Все, чтобы они замолкли уже, наконец-то. Иногда реально напрягает это скибиди. Доп-доп-доп. Так интересно, как вообще хайпанули туалеты, да, вот эти вот? Ну вообще, по идее, это легко, потому что был же этот мем скибиди и скибиди. Певец-то вот этот вот, которым пузиком трёс. Так, шашлычонок. Но с этим мы вообще справляемся на изи. Мне хочется, если честно, против Джимена. Это жесть. Это просто жесть, ребята. Соточка, офигеть. Скорострельность. Так, хорош. Короче, ребята, нашел все-таки Джимена. Правда, это уже какая-то третья каточка. Хотя бы его, давай сейчас поглядим, как с этой способностью будет разваливать. Кстати, ребята, вот помните, я удивлялся постоянно, типа, да что такое, блин, тот пистолет как миниган стреляет. Дело в том, что у каждого оружия разная скорострельность. То есть я имею в виду, что вот есть пулемет, допустим, вот видишь пулемет, мы его подбираем, оп, тут 50. Тут 50, понимаешь, в чем прикол? Ля, туалет на туалете. Видишь, уже не такая скорострельность. Подбираем этот. Поглядите. Да, у него перезарядка, конечно, видишь, три, троечка, не однерка, как у того была. Но вы просто поглядите. То есть у каждого характеристика по-разному. Так, там у нас какое оружие? Ну-ка, давай поглядим. Быстренько подберем. УЗИ. 1,8, соточка. Ну, понятное дело, что мы, конечно, пулеметик берем. Вот этот вообще имбовый самый. А там еще вон есть пулемет, ребята. Но я его, по-моему, подбирал. Ля, они прям с неба падают. Вы что, офигели? Толчки. Так, хорош. Вот. 2,8 и 33 всего скорострельность. А зато посмотри, 494. Урон-то смотри у этого. А у этого 373. Но скорострельность большая. То есть, как бы, видишь, у каждого по-разному. И урон. Так, ну чё, вы готовы, ребят? Ну давайте сейчас еще немножко тут обойму сейчас спустим. Сейчас. Давай, давай, иди сюда. Родной, ну что ты не стреляешь? Давай, дорогая. Все, пиу-пиу-пиу. Хорош. А еще удивлялся, я думал, именно у одного оружия. Это вот, например, пистолет. И чисто у всех одна и та же характеристика. Потом автомат, там другая. Ну чтоб у каждого по-разному, я сам в шоке, ребят. Так, чё, я слышу прям миллион туалетов, как они поют, но... Чё-то как-то они, по-моему, сами запутались или чё? На парковке, что ли, там тусят? Да блин, я просто хочу разрядить обойму. Так, один уже идет. Идет, плывет, летит. Давай, хоть как-нибудь к нам. Ля, куда вы, ребятки? Сюда давайте. Блин, ну я слышу, там их просто миллион, блин. Вон они. Блин, как бы мне Джимена так... Ну стреляй, пожалуйста, родная. Блин, не стреляет она нифига. Я просто боюсь сейчас 8 патронов, и, конечно, Джимен сразу... Боже мой! Так, ну что, готовы, ребят, сейчас?
Да ну нафиг. Так, активируем способность. Хорош! Ну это имба. Это прям имба, ребята. Офигеть. Офигеть, как она его быстро зафигачила. Друг спас... Хорош, я тут пофармил. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравилась серия. На этом пока что все. В следующей серии, конечно, мы за Speaker Woman... Вообще, по идее, и TV Woman бы открыть. Вот это хорошая, это годная серия будет. То есть... А потом уже серию посвятить Speaker Титану, TV Титану. Блин, ну это будет жестко. Это, конечно, ребята, будет жестко. 120, 140 хп, 200, 300, господи, 400, боже, у камеры Титана. Ай-яй-яй-яй-яй, это офигеть. Ладно, ребята, обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, бай-бай, дорогие братишки.